Итак, ребятки, всем привет, с вами Александр, и настал тот долгожданный момент, которого многие из вас долго ждали, и перритатор здесь ни при чем. Перритатор нам нужен только для того, чтобы иметь возможность создать магди-перритора. Итак, делаем 20-го перритатора. Так, сколько это на это бабло уйдет? 1040. Да, очень дорого, конечно, ну ладно. Я его прокачал, естественно, только с целью, чтобы создать магни-перритора. Так я, в принципе, им-то и не сражался. Ну, теперь он на 20 уровне, можно и посражаться. Так, мало жизни, скорость 129, урон косарик, ну, есть двойной урон, вот снижение урона. Ну, такое себе удовольствие. Итак, давайте переходим на магни-перритора. Нужно еще создать клеточек. Так, как вам этот парнишка? Ну, похож чем-то на Юлия, на спинораптора. Перритатор похож на спинораптора из Jurassic World Game. Так, там у нас по сколько? По 50 клеток. Ой, это мы сейчас будем довольно долго создавать это все дело. Надо вырезать этот момент. Так, ну, что у нас тут участвует? Я, кстати, сейчас идет акция, да, ловлю вас только вот этих ирритаторов редких. Да. А это пирораптор и ирритатор, получился пирритатор. Ну, там нам понадобится, наверное, весь лимит нужно создать, все 300 очков, чтобы хотя бы было попыток 6. Так, ну у нас закончится раньше клетки, естественно, редкого ирритатора. Мне там еще осталось пару штук их поймать. Есть возможность. Лимит 18 у нас, я поймал уже штук 16-15. Ну давай уже попадись там что-то, ну по 50, там, 90 там даже было у меня когда-то. Смотрите, 10. У кого-то там даже была теория, что в зависимости от анимации там нам больше очков насыпает. Но это полное уфуфло. Так, уже тут сравнивается количество клеток ирритатора и перритатора. Ирритатора и перритатора. Перрораптора и ирритатора. Так, 245. Ну и давай, 90. Ну, еще раз, 90. И еще раз 90. Ну, еще раз 90. Наконец-то 50 попало. Хотя бы один раз. Так, продолжаем слияние. Думаю, этого уже, может, хватит. У нас тут очечку побольше уже. Так, ну это на самом деле только до половины дошли, да? Может, везение будет больше, и тут 50 раз выпадет, и мы его сможем таки создать. 20-ки хоть проскакивает. Это мы каждый раз по 1000 платим, это еще и как бы не бесплатно. Ну, последний раз, ну давай, 40. Блин. Ну вы поняли. Продолжаем. Ну, теперь у нас за 3 попытки мы точно насобираем 30 баллов, меньше просто быть не может. Ну и больше тоже. Ну, блин, одни 30-ки валятся, жесть-то какая. Ребятки, торжественный момент. Его величество уникальный. Магни-перритор.
Так, вопрос. У него есть ли у него уникальные... кстати, да, он не имеет отношения к амфибиям другим. То есть он создается из... Ну, в смысле... Из древнего... До динозавроида. Все время забываю, как называется их род. Так, итак, мало жизни, большой урон. То есть он как раптор. Большая скорость, но на единичку меньше. Нет брони. Крита не шибко много. Вот эти показатели вообще печальные, на самом деле, для уникального. У него есть иммунитет. Это, конечно, хорошо. Есть двойной урон в обход брони. Но это есть как бы все в перитатора, как бы это все. Что я вижу, это ну сквозь щит в обход брони, да, и вот с обходом брони, то есть два высоких, а, ну и вот еще, снятие положительных эффектов. Ну, да, в принципе, он, конечно, получше, чем перитатор, но у него скорость на единичку меньше, и капец, он дорого стоит. Так, магниперитор переводится с латыни как «великий огонь». Этот супергибрид сочетает в себе ум и злобу перритатора и крепкое строение Димитродона. Так, великий огонь, а ты как переводишься тогда? Перритатор, а вот допустим тут пишется хоть название, как он, как там? Ничего здесь не пишется, да? Ладно, давайте тогда мы сейчас... Возьмем его в команду. Он у нас 20 левел, смотрите, он стал уже прямо вот здесь. Так. Давайте тебя и тебя. Ну вот так вот пойдем. В нашу обыкновенную башенку посажаемся. Ну, более сложных каких-то сейчас просто башен у меня нет. Потому давайте прорепетируем на этой, но этого нам тоже будет вполне себе достаточно. Ну вот так давайте. Ну естественно, наш магниперитор должен один со всеми справляться. С одного удара выносить должен всех. Но это так, чтобы мы обкатали, как обычно, присмотрелись к нему, какие у него есть удары. Он вообще-то быстрый, то есть на высоких, на аренах, в принципе, с него неплохо открываться, потому что там велоцирапторов нет, и 128, это довольно неплохая скорость. Блин, это обидно. Я его чуточку не пробиваю за один удар. Так, ну он нам ответил тем же, но следующий удар... Вот такой же, как и у нас практически. Так, ну мы быстрее. Мы быстрее. Так, минус один. Следующего я должен пробить за один удар. А, следующего у нас нет, где ваши. Ага. Ну, в принципе, можно будет даже потом на PvP аренду сходить с ним. Он 20. Так, в следующий раз у нас уже будет два. Димитродон и Секодонт. Ну, тут такое дело. Помчались. Выглядит, кстати, довольно неплохо. Только у него что-то вот мне его лапы напоминают какую-то мне жабу. Так, ну этого мы как раз пробиваю за один удар. Щиток не потянул по здоровью. А, это тоже Димитродон. У меня раскраска на Секодонта похожа. Но этого сейчас мы пробьем за один удар. Мы ходим первыми и... Еще и кританули. Крит у нас 20%. О, даете нам какую-то награду или нет? Нет, ничего не... Так, галимимчик обычный. Ну, фигню, мало. Так, теперь у нас тройка бравых лебедей. Ну, я думаю, мы опять же справимся. Три удара, три трупа. У нас иммунитет, в принципе, то есть нам по барабану. Так, орнитомим, у него то есть невидимость? Нет, а, есть у него уклонение. А у нас это что есть? Снятие положительных эффектов. Давай, он думает, сейчас будет уклоняться, а мы его сейчас ха-ха-ха и сожрем.
нейтрализация и попадос. Вот это крутая обилочка. Не ожидал он такого поворота. Так, у тебя сколько? У тебя мало жизни, то есть ты пробиваешься обычным ударом. А следующего пробиваем двойным ударом. Ну вот это чудесное существо для вот таких вот слабых заданий. У него иммунитет, он быстрый. У Индоминуса, опять же, нет этого такого преимущества. У него нет иммунитета, Индоминуса можно занерфить. Индораптор в смысле. А, допустим, взять Раптора быстрого 20-го, то у него как бы один удар всего лишь сильный. Здесь у нас три сильных удара. Это идеальное существо для прохождения подземелья, так сказать. Магнипиритор. Так, ну и последняя победа у нас до схватки на арене ПВП. Так, орнитомим, значит, мы знаем, что делать. Делаем вот так. Но он в любом случае труп, какой бы удар он ни использовал. Ну, кританул нас, успел. Было бы у него еще какая-то броня там, вот что-то такое, ну, чтобы повышало его живучесть, а то жизни мало. Так, у этого парнишки броня, до свидания. Скорость 107, очень маленькая скорость. Да, он как бы очень скоростной, как для своего класса. Ну и да, вообще-то, в три удара, три трупа. Ну туда ничего путевого не насыпет, конечно, эпические башни проходить сплошное удовольствие. Так, моя любимая арена. Выберите существо, и вот, собственно говоря, наш магнипиритор. У него, правильно, магнипиритор, да, скорость у него хорошая, кстати, там перед этапом, да? Так, вот Индоминус. Так, это вот два существа с иммунитетом, правильно? О, снятие положительных эффектов. Ладно, давайте просто пробиваем. Неплохой такой был удар. А, и даже Индоминус не хотел ставить невидимость. Ну и, в принципе, она бы ему не помогла. Неплохо продамажил, но жизни, конечно, маловато. Две, блин. На высоком уровне он будет, наверное, неплох. О, спинатозух. Ничего себе, 21-й спинатозух. Не умирай, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй, не смогли мы, ребятки, нанести наш сильнейший удар. Ты чё такой шустрый? 129, блин. Надо замедлять. 3600 жизни, стегадеюшка. Ай-яй-яй, кровотечение еще и подмена. Но без урона, но с подменой, знаем такое. Стегадей на стегадея. Так, ну мы теперь точно быстрее. Но у нас сейчас кровотечение, ой, много будет забирать. 700. Очищение у нас вообще есть что-нибудь из арсенала? Кританули. Отложенный урон, блин, на 700. Ай-яй-яй. Пытаемся сохранить, может, стоило подменяться сразу после первого хода. Так, ну это, конечно, очень мало. Так, у него двойной урон уже, наверное, доступен. Давайте снизим ему силу удара. Черт, он нас замедлил. Плохо, блин, сейчас токомайзер прилетит. Плохо, плохо, плохо. У нас есть опережающая защита. Как раз она должна принять на себя двойной урон. Я думаю, уже пора, пора ему. Да, вот. А нам побок. И мы побок.
Ну, против Стигадея он, да, неплохо так держится. Ну, мы его законтратачим. Следующий. Противник думает, спинопозу, подлец ты. И он быстрее. Ну на себе. Мы тоже можем быть быстрее. И этому кровотечение дал, блин. А ему даже не нужно наносить много урона, он просто кровотечение дает. Это последнее, кого нам нужно пробить, блин, и это очень больно. Может очистимся? А ну-ка, есть ли очищение? Да, мы, наверное, не выживем. Ах, таки пробил. Блин, и прикиньте, мы медленнее. Это просто трагедия. А, черт, у него еще вот этот парнишка оказался есть. Ну хорошо, хоть у него не было иммунитета. Пробей, прошу тебя. Должен пробить. Хотя он может еще и подмениться. Та-дам! Да, равный бой был довольно. Это, в принципе, могла быть и ничья. То есть, если бы мой динозавр сейчас мог умереть от кровотечения, если бы у него было меньше 700 жизни, то было бы ничья. Так, у нас 8-часовой инкубатор. Ставим и открываем 2 3-часовых. И еще один. И Мирагея. И напоследок процератозавр. Ну, в общем-то, ребятки, тогда на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.